Друзья, всем привет, с вами канал «Живая русская баня», меня зовут Владимир Ефремов. Все, наверное, знают моего оператора Артема, который сейчас застрял в Казахстане, и по этой причине я снимаю видео сам. Но он не просто так сейчас там сидел, сколько уже, 2 месяца, наверное, он там сидит. Он работает у меня уже 2 года и сделал видео, что с нами происходило за эти 2 года. Видео мне крайне понравилось, так что посмотрите видео. Вообще такое зачетное видео получилось. Смотрим. Я в истерике кружилась мама Валя. На заднем фоне замер папа Толя. В радиусе метров воцарился жесточайший хаос, когда всем понятно стало, сын остался без диплома. Мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Я не спорю, надо, но послушай, отец, есть. У меня своя волна, и на своей волне меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг увидел солнце, и тогда себе сказал: я выбираю жить в КАИ. 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 Это был сон, в котором я не прогорал, не огорчал родных и не нуждался ни в чем, в котором мне не пришлось открывать глаза и лгать давним знакомым, мол, в жизни моей все хорошо. В моем рюкзаке пару маек, носки, и пускай начало оставляет желать лучшего. Все, кто меня помнит, знает, я не был таким, а значит, и у вас получится. Ведь все, что я хотел, это видеть свет, и как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг услышав музыку, я сам себе сказал: я выбираю жить в КАИ. 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 Боже, как хотел я увидеть свет,